Современный угон сегодня – это считанные секунды. А вот как действовали угонщики. Серый Lexus паркуется возле школы. На хвосте у него черный Porsche, так называемая боевая машина автоворов. В ней трое. Ждут, когда мама пойдет за ребенком. Следом за ней пристраивается автоугонщик с удочкой, ловит сигнал брелока и передает его второму сообщнику, который уже стоит у Lexus'а. Несколько секунд, и обе машины теряются в питерских переулках. А что защитило бы от угона? Устройство, которое не сканируется, не глушится, не взламывается одним нажатием на кнопку. Такой защитой является блокиратор-перехват, который имеет лучший показатель стойкости ко взлому по версии журнала «За рулем» и обладает высшим классом устойчивости к криминальному открыванию и взлому U4. Что обеспечивает высокий уровень защиты? Запатентованная конструкция, которая не имеет замочной скважины, надежно защищает от бампинга, свертышей и отмычек, самых популярных инструментов угонщика. У блокиратора уникальный ключ-кольцо, которым гораздо удобнее пользоваться, чем обычным ключом. Перехват произведен в России из высококачественной нержавеющей стали, не требует ухода и смазки, имеет гарантию 5 лет на безотказную работу. Как перехват защищает от угона? Устанавливается на рулевой вал и препятствует вращению руля. Главное, устройство реально работает на практике. За 14 лет спасено более 2000 автомобилей от угона. Сколько стоит перехват? А какова стоимость вашего автомобиля? 1 миллион? 2? 3? 4 миллиона? Еще больше? Цена и ценность несопоставимы. Не откладывай на завтра. Защити свой автомобиль от угона уже сегодня.